Я всех категорически приветствую на этом замечательном конкурсе. Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Арчи Гуд. Это заключительный влог, посвященный конкурсу «Мистер Фитнес Челябинск 2014». В нем я постараюсь обойтись без комментариев. Приятного просмотра. Все ребята готовятся. Слышь, блогер, я всех категорически приветствую на этом замечательном конкурсе. Девочек снимай, дурак. Категорически приветствуешь? Я вас категорически приветствую. Не, вон там получше. А, вот тут лучше, да? Да. А тут просто не это. Там слишком много людей. Да. Вот, смотри. Вот. Его снимай. Это наторские конкурсы? Ну блин, домой, Леш. А кто третий? У вас кто третий мальчик? У нас Лёха. А мне зачем? Я... Алексей, пропиарьте свой клуб. Короче, я не буду выступать на творческом. Третий номер я вручу кому-нибудь другому. Третий я номер, но есть я. Двух сторон какие-нибудь. Да, блин, что... Нет, пресс вот такие зачем? А я на задницу надеюсь. Вот так нормально? Вообще уже Настя, что с тобой? Я отдыхаю. Отдыхаешь? Да. Пела песню «Satellite», да? Да. Певицы Лены, да? Да. Немки. Ландер Майер, да, немки. Она победила с этой песней, да. Да. Ну, отлично спела. Может, песни делала? Может, победила? I'm gonna go.
девушки пришли фотографироваться. Решение результатов приглашается главный судья федерального этапа Осинцев Станислав Анатольевич, мастер спорта России, судья республиканской категории по бодибилдингу, заместитель председателя Федерации бодибилдинга Челябинск. Участники и участницы, поздравляю с завершением этого сложного конкурса, который вас немного изнурил, но сегодня наступил финал, и мы сейчас узнаем, кто же становится Мисс Фитнес Челябинск 2014, и кто отправляется защищать честь Челябинска на финал в город Сочи. Итак, Мисс Фитнес Челябинск, Серафимова Анастасия. Анастасия Серафимова, Мисс Фитнес Челябинск 2014. Настя! А ее впечатления и ее слова. Послушаем внимательно. Всем добрый вечер. На самом деле меня сводят скулы, сколько я улыбаюсь. Впечатления просто нереальные. Получила много удовольствия, колоссальные вообще эмоции, зашкаливают. Спасибо всем членам жюри за свой выбор. Спасибо тем, кто меня поддерживал, кто болел за меня. Спасибо большое. У меня просто нет слов уже. Поздравляем, конечно. Итак, мистер Анфитнес Челябинск 2014 становится Лимонов Алексей. Ваши громкие аплодисменты. Алексей Лимонов, первый вице-министр. Друзья, добрый вечер. Несколько слов благодарности. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Вадима, который пригласил нас в этот конкурс. И всем организаторам большое спасибо. Я очень счастлив, что я попал в этот конкурс. Почему? Потому что, первое, это новые знакомства, это такие потрясающие друзья, девушки, парни. Мне очень просто нравилась вся эта атмосфера. Большое спасибо всем. И... Спасибо. Тебе спасибо. Мистер Фитнес Челябинск 2014. Панасенко Денис. Мистер Фитнес Челябинск 2014. Денис Панасенко. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, с импровизацией у меня, конечно, плохо. Прям кошмар, я не знаю сейчас, что я буду говорить. Эмоции переполняют меня. Уже говорил. Очень много знакомств появилось. И я очень рад, что провел это время с этими ребятами. И дальше охота, конечно, чтобы это продолжалось. Неохота, чтобы этот конкурс заканчивался. Большое спасибо хочу сказать организаторам этого конкурса. Потому что без вас... Даже в огромном масштабе России бы не знал, что такое спорт. Большое спасибо хочу своим друзьям сказать, которые пришли меня и поддержали. Это для меня очень много значит. И как сказал один великий человек, если бьешься, то добьешься. Спасибо. И как сказал один великий человек, если бьешься, то добьешься. Спасибо. Слова, страх перед старых потерь откровенной любви. Запомнил на двери теперь, когда сердце не больше огня. Теряется смысл каждого дня. Брошенный слов под слезых ветром. Теряющий доверие к нему нервный злом. И голосом вроде прибитый родной. Почему нет любви? Ответ простой. В жизни так бывает, что любовь уходит, но только...
горает и небеса венокрой. Я не знаю, что это сложится в жизни.